При поэкземплярном учете ГИСМТ передаются поштучно коды маркировки каждой единицы товара, например, флакона духов или пары обуви. Для маркированной упакованной воды и молочной продукции вводится упрощенный объемно-сортовой учет. В ГИСМТ передается лишь информация о количестве кодов маркировки в проданной партии и код товара GTIN. Сейчас мы расскажем, как оформить такую продажу в САБе. Создайте реализацию. Если хотите загрузить документ, созданный в другой учетной системе, добавьте его здесь. САБе заполнит поля автоматически. Или укажите информацию самостоятельно. Покупателя. Если вы работаете, например, по госзаказу, можете изменить тип договора на нужный вам. Добавьте позиции. Пропишите количество товара. Когда он поштучный, например, бутылки молока, САБе сам укажет, сколько кодов маркировки в партии. Если отгружаете весовой товар, количество товара может отличаться от числа кодов. Например, килограмм сыра у вас фасовкой по полкило. Получается, что в реализации две промаркированных потребительских упаковки, а значит два кода. Код товара GTIN заполнится автоматически из карточки товара. САБе сразу проверит его в честном знаке и укажет, если код написан с ошибкой. При создании новой карточки укажите GTIN, который вы получили в честном знаке. Если работаете с Меркурием в САБе, убедитесь, что в карточках товара указан тип «Маркированная ветеринарная продукция» и правильная товарная группа. Оформите ветеринарные документы на этой вкладке. САБе автоматически передаст их в госсистему. Когда все заполнили, отправьте документ. После того, как его подпишет покупатель, реализация уйдет в честный знак. САБе уведомит вас, что документ принят. Вот и все. Объемно-сортовой учет не будет проблемой, если вести его в САБе.